Это компьютер. Окей. Небольшое вводное слово. Значит, мы сегодня занимаемся не комментарием Ханан-Парат, а занимаемся чтением текста Торы и встроенного комментария Равадина-Штейнзальца. Значит, мы сейчас будем разбирать Парашаты Вайшлах. Это мы еще не дошли с Ханан-Паратом, это будет в следующий раз. То есть, как бы мы готовимся к тому, что будет следующий Моцаж. Вот. А история, знаменитая история борьбы Якова, ну, так скажем, технически с ангелом. Сейчас мы посмотрим, что там не очень понятно, кто это. Но для начала скажем, что это ангел. Там чьи-то голоса я слышу еще, нет? Это кто? Это я. О, Ильяу Либенштейн, нифига себе. Равейну Неужели? нас посетил. Да. Шалом, квадраф. Квадараф. С чего это вы нарисовались? Привет! Ты решил с нами пообщаться? Не думал. Погодь, открой микрофон. Как обычно. Рафаэль, Хочет тишины. ты Понял. микрофон включишь или как? А, не включишь? Показывает, что он слушать будет. Ну, не знаю. Надеюсь, что у него говорные способности остались, тем не менее. Кто? Я послушаю сегодня. Нет проблем. Замечательно. Мы Если воодушевлены. что-нибудь задумаю сказать, включу. Нет проблем. Мы воодушевлены твоим присутствием. А зацени, как твои ученики, Однозначно. зацени, как твои ученики продвинулись. Ну, хорошо. Коля кого-то, да, Коля замечательно. кого? Окей. Ну, хорошо, значит, вы у нас тут втроем. Давай, у меня Леня первый по списку. А Вперед. почему ты, я первый по списку? Да ладно, не Ну отнекивайся. Нет, ладно, тебе теперь да. Амавак Алили. Давай. Праким ламет бет, псаким кав бет, ламет бет. Баба. Переводить или как? Ну, а почему нет? Ну, ночная борьба, Ну наверное. да, ну я опять же Пускай будет постараюсь пусть. вам все время что-то такое подкидывать. Мавак от слова, ну, может быть, от слова, но на самом деле первое, что бросается в голову, это пыль. То есть, как бы, люди, когда в рестлинг по-английски, да, они обнимаются, то, все, там, пытаются повалить друг друга. Ну и, соответственно, раньше это же не на ринге, наверное, было, это было на каких-то площадках, поэтому поднимается много пыли. Но я думаю, что это ответ, об этом Нет, называется. я собака. Ой, слушай, Что? первый раз слышу такую этимологию. Ну так я тебе хидушим даю, ты что думаешь, просто так все? Да, Конечно. слушай, я на По-моему, самом ты деле, по-моему, ошибаешься. кого-то читала такую Раш, по-моему, или Почему я кого-то ошибаюсь, читала. старик? Ты Сейчас так потому что листаешь? сейчас я полезу в Ну, и ты не хорошо, поверю. почитай, только Но почитай мне чуть-чуть, а верю. потом лезь. Нет проблем. Я Я не против того, что... читала такую Ну, этимологию, на самом видишь, деле, я не не путай. читала. Да, я Ну, видела это, меня по-моему, кого-то. хидуш. Я не сам болтанул. Ну, давай дальше. Вперед. Бейн кванатав левгос им Подожди, ахав Лемивгаш, слегка, дай-ка я возьму еще мивгас указочку. мивгас им ахав лебейн амивгас ацмо митмодет Яаков кшу нутар левадо им дмута алума. Замечательно. Ой, ну, между, ну, желанием, намерением, да, Да. встречи с братом и Не-не-не-не-не-не-не, аха, я тоже так думал. Аханот, подготовка. Аханот. А, подготовка, да, я понял. Между Подготовка. подготовками. Это не Кавана, это Аханата. Да, аханотав. Аханатав, да. К встрече с братом и самой встречью Молодец, замечательно. сталкивается Яков, когда он остается один, с неизвестной личностью, Да, вот скажем так. интересные слова, интересно. Во-первых, вот непереводимое слово, на русский нет слова «лейтмодет». Обычно переводит «принимая вызов». Но как бы по-английски это «челлендж». Это, да, ну вот «митмодет» это значит, Тут что он встречается с некоторой трудностью. Это то, что человек должен преодолевать. Ну, по-русски в одно слово это, к сожалению, не привести. Слово «нотар» вам тоже известно, правильно? Это от слова
Например, итра. Когда вы говорите в банке, да, вот по-русски, я смотрите, при нас счетов в банке не было, но сейчас я так думаю, что есть. Когда у человека плюс-минус, еще есть, называется баланс, то, что на счете у него, да? Народ, Аня. Чего? Ну как это, ну, баланс что? называется? Ладно, баланс, ну там что-то положительное. Ну не остаток, это баланс это называется. А, ну остаток, ну да. Остаток. Да, а на иврите ну, называется остаток итра. На счету. Да, вот итра это, остаток. И еще слово отсюда тоже интересное, леватер. Леватер вы знаете, леватер это уступать. А еще есть етер в геометрии, который гипотенуза. А, я этого не знал. Ну вот замечательно. Леватер очень важное, причем, ну скажем, в израильском лексиконе это слово тоже сильно вошло. Почему? Потому что между теми, кто за территориальные уступки, это называется леватер уступать, а глагольное существительное витурим. Вот витурим очень важное слово на израильской политической арене. Это как бы вот эти вот уступки, да? Теперь дальше. Вот интересное слово алума, да? Я думаю, что вы чувствуете, что стиль Рава Штейнзальца отличается от стиля Ханан Парад. Ханан Парад все-таки он гораздо больше, как бы, ну, с одной стороны, он приводит все время из Танаха, да, и это такой возвышенный. А с другой стороны, там гораздо больше из израилизма. А мне кажется, что как бы Штейнзальц, у него такой, он более ровный, но он такой художественный, скажем, язык, да? Окей. Алума, вот алума, действительно, алума – это таинственное, непонятное. Вот к этому, на что как бы вас звучит в ушах, когда вы это слово? На что это похоже? Есть слово «элим», что-то спрятанное какое-то. Правильно, прежде всего слово «олам». Это фантастическое. «Олам» – мир, мир, кстати, есть вариант. Ну да, мир – это то, что спрятано. Это не миру мир, а это то, что спрятано. Это очень интересно. Так, сокрытие. Да, а ну, вот да. Алум, опять же, в современном иврите, алум шем, это то, что по-русски называется инкогнито. То есть человек, который остается не... Человек выступает, например, по радио, да, он говорит, я как бы алум шем. Алум шем означает, что я не, он не говорит, что он там Рабинович из Рефовы. А он как бы остается неизвестным. Вот это называется алум. Да. Читай дальше. Дальше читать. Инсафек кия и тракшут лилит зу ешки дей лахин ото. А, это хорошо, извиняюсь. Это хорошо лилит. Да. Ешки дей лахин ото лекратами в газ. И мысав. Нет всякого, нет сомнения, что вот ночные события это хорошо, да? Да, ночные события, они для того, чтобы приготовить его к встрече с составом. Молодец, замечательно. Итрахашут – это известное слово, да? Итрахашут – это происходящее. Ну, а слово лейтрахеш. Лейтрахеш – это... Событие, я бы ее правильно перевел. Это опять, это немножко повыше обычного языка. Итрахашут – это немножко повыше обычного языка. В газете так может написано. В обычной речи люди так не говорят. Ну, не по-моему, говорят. Совершенно, совершенно обычное слово. Итрахашут? Да. Ну, кто-нибудь тебя спрашивает, майтрахеш от слыха? Спрашивает макоре? Говорят, майтрахеш, вполне могу сказать. Хорошо, Лен, ты общаешься в высших сферах. Давай дальше. Хазаль рараубами в каждой это мавак. Эйтаним. Эйтаним, да, хорошо. Аманити... Да ладно, а ментали, менталитет. А ментали, господи, Рухани, Ширьяков и Месав. Выкину это из Сарошель и Сав. Замечательно. Хазаль видели в этой во встрече ну, какую-то... Я тебе скажу, схватку титанов. Ну, схватку, да, такую. Титаны и таним. Очень распространенное слово, особенно сейчас во время войны. Слово ну, Эйтан, Эйтан, да. Ну, я слышал, как... не слово, а имя мальчика. Эйтан. Эйтан такой мощный, сильный. Но хочешь, Эйтан это, в общем, не сдвигаемость да. Места. Это, да, это вот Эйтан. Да, ну, пускай будет Титан. А вот Эйтаним, это значит стоять, как бы, вот не сдвигаясь с места, просто не рушим, да. Не знаю. В ментально-духовном смысле Якова с Исавом да. И называли этого человека
Ну, Саро, ну, пускай будет министром, как бы Да, вот это вот сказать. интересно. Вот тут уже как бы не грамматическое, а вот здесь, мне кажется, уже немножко концептуальное. То, что Ну, сначала Сар это называется какой-то этот. ангел, Саро это все-таки Нет, другое. то это ангел, Нет. ангел-покровитель здесь, Сар, это Да, правильно, но другое. все-таки, да, вот Это ты говоришь, хорошее слово. да, мне кажется, что Штензальц немножко по-другому. Саро, Саро, я бы вот, я думал субботу как перевести, я бы, например, назвал это уполномоченный. Сар, Сар, Нет. министр. Срара, Он, Срара, нет, это правитель. кто кого уполномочил? Ну, может быть, да, он Да. правитель, то есть, во всяком случае, Да. это менее духовное, мне кажется, это более что-то такое функциональное, ну, мне так кажется. Сарош или сам. Но это от Ну слова есть в это стар. во всяких каббалистических вещах, что у каждого народа есть свой ангел-покровитель. Вот они называются вот этим словом сар. Вот, вот Да. ну, который, да. Сто процентов. У Исава тоже был Добро, такой я же. согласен, сар на современном иврите это министр, правильно? Это все Ну, знают. который управляет некими Ну процессами, да, и но. поэтому имя Сарай тоже было поменяли на слово Сара. Понятно, да? Потому что Сарай Да. непонятно, что, а Сарай это понятно, да? Окей. Ну хорошо, у нас сегодня трое, поэтому будем такими не очень большими кусками. Я замолкаю, да? Ну, на время, да. Ань, давай. Так, Гамкша Яков, Яце Минарец, Яца только слегка. Яца Минарец, Да. Упгэш, Погас слегка. Пагаш Малахи. Да. Когда Яков вышел из страны, из земли, видимо, Израиля, он встретил ангелов. Правильно. Асая давар Бехаламо. А и также там было дело со сном. Ну, Но это, это вот по-моему, история ходить. лестницы, Ну, это да, правильно история ты. со сном в ясли Ну да. детского, да. Вейцето Минарец, Упехазрато Упугэш, Бекохот Ло Теваим, Не, Теваим, Тивиим, Тева. Теваим, да, ну природа, Да. не природа. Кшеу, ну вот слово столисару, Левадо Шаруй, Белайла. шаруй. Шаруй, шаруй, Левадо Белайла. Молодец. Так, ха-ха-ха-ха. И так, значит, так, и при выходе из земли, при возвращении его, встретился он с силами неприродными, и когда он остался один ночью. Ну да, вот мне кажется, шарой ближе всего русский перевод слова Шаруй-то так, погружен. оставался до Ну, сих типа пор, погружен. Ну, да, ну можно сказать, да. оставался. Но шарой это когда человек как бы погружен во что-то. Мне кажется, это близко по переводу. Ну хорошо, читай дальше. Так, Яков Пагаш Малахим Гам Бехазрато Михаран из Окей. Харана. Так, Яков встретил с ангелов при возвращении из Харана. Да. Им тикраву. Иткарву, Господи, Иткарву. Лаэрец Иткарво, я кнан. думаю, При Иткарво, приближении, при его при, когда приближении. приблиз, при приближении к земле кнана. Бемханаем в Да. виде вот этого стана в лагере. Да. Так, у кого-то там микрофон Но это у включен. Лёни там, дай-ка я тебя выключу. Я, да, я Лёню вырубил слегка. Да, Так, он новости нам слушает, втихаря. Давай. это, Ата, у ата та у сейчас. пугэш, а та у Да. пугэш была иш будет. Ну да. Вемезуэбо хохот эльюним. Правильно. И сейчас он встречает ночью человека, одинокого человека, типа, так что вот Ну этот, что да, но Иш вы видите в кавычках, то есть это не Иш, это ну, опять же Мала, в Сара и так далее. кавычках, то есть некого, некая сущность, Ну, некую некую, да. одинокую сущность, да. Вемезуэбо и распознает в нем Правильно, некую Иш, да, распознает, можно сказать, правильно. высшую силу, Да. высшие даже, высшие силы Да, распознает. высшие силы. Веолам, Да, вот, Венигуд. кстати, сейчас, пройду секунду, перекличка с современным Израилем. Что такое Мазап? Не знаете? Не Хорошо, знаю. я вам скажу расшифровку, а вы мне скажите, что это. Это в Мишторе называется Махлакала Зиуй Плили. Что это такое? Ну, какое-то отделение. У них отделение Что чего-то такое там. Зиуй Плили? Молчу.
Зиуи-Плели — это типа идентификация преступников, то есть, как ты говорил, распознавание преступников. А, МАЗАП. зевует Ну вот, если, распознает. не дай бог, что-то происходит, да, приезжает МАЗАП, берет там следы, то есть вот это называется МАЗАП. И это от этого слова мызае, от этого слова тудадзуд, правильно? А, ты удар зовут, точно. Конечно, да. Понятно. Забава, дальше. Да, веолам бы не будет пикиша им амалахим бемаханаим, Да. кенота дмут малахит невекет им яко. И как бы в противоположность встречи с этим лагерем ангелом, Да. здесь этот вот ангельская сущность, некое суть подобие ангела Вай Да. борется с Яковом. Окей. Пугат бо. И даже как бы ранит его или вредит Ну да, вот ему. это вот бгия такое Повреждает слово. ему вот так вот. Да, бгия это плохое слово. То есть бгия это всегда отрицательно. Пигу это же Ну теракт, да, я пигу это знаю. теракт. Бгия это, в общем, хард, то, что, по-моему, по-английски, правильно? То есть это вот Хард, задевание, но да, задевание есть. отрицательное всегда, правильно? Ну да, Ну да. задевание, да. Басухо шель давар у и холь ла бемахния. Но в конце, Махния, в да. махния, да, в конце концов он как бы превозмогает эту Правильно, вот самую я и пью, сущность. как сказать, превозмогает. Это И как тоже бы слово может махния значить. это, да, махния типа смиряет ее, Капитулирует ее, грубо говоря. укрощает Да, ее. но вот махния тоже слово очень важное. Что такое ахна? Ой. Ахна — это капитуляция. А, это да, что-то типа Что какая такое вот смирение, лохне, как раз это заставить да, точно, капитулировать, какая-то правильно? это А смирение, как дети? ахна. Дети, когда борются, да, его там один другого прижимает, и тот, которого побеждает, чтобы остановить какую-то неприятность, что он должен закричать? Он говорит: нихна, нихна, нихна. Нихна — это Сдаюсь, означает все, я как бы капитулирую. сдаюсь, Я не знаю, да. как это, я не помню, что мы говорили в играх, но что-то Ну, такое вот. типа, сдаюсь там, не знаю, Сдаюсь, да, вот смирение, именно сдаюсь, сдаюсь. да, 100% сдаюсь, да. Окей. Адшезухэ лекабель мимена браха. Да. Даже так усмиряет ее до того, что удостаивается от нее благословения. Окей, а вот этот женский род, да, откуда это идет? Женский род идет, у нас была вот эта малахит, дмут малахит, вот это Вот какая-то это дмут, правильно, подобие, вот это это вот некое все от слова дмут, правильно. образ, ангельский образ, или какая-то некая Да, 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 женская, получается, женского рода она. да. Да. Кмобы Маханаем, Гэмкен, Коре Яков, это Маком, Альшем, Кишато, им Амалах. Да, правильно. И как в случае вот с этими ангелами, так и здесь называет Яков место Альшем по имени или во имя, или именем Ангела, да. Да. встречи с ангелом. Да, 100%. Там был Бейтель, все такое, да. Окей. Ну хорошо. А, здесь Пниэль, по-моему. Бейтель, Пниэль, вот все. Пниэль, да, потом Пниэль, он Да, это да, не да, да, собака. да. Ну хорошо, переходим к Так, Тимофею, правильно? Тимофей, теперь Тимофей, Тимофей, да. мы тебя слушаем. Да, я тут. Давай. Ваякам балайла гу, лахарше шилах эт эдрей аменуха, Нет, аса смеха, яков, минха, подношение. аминха, аса яков маасе бецмо. Слава. Так, переводим. Давай. И встал ночью он. Да. Пояснение. После того, как отправил стада приношения, минхи. Ну, в смысле подарок, он же расставил всех этих Да. самых там Ну, семью, Исау же направил. и каждый должен был, как это, умилостивить этого самого Исава. И это были вот эти вот эндреи, адреи слегка. От слова эдер, стадо, он расставил стада, каждый из них говорит: вот мы это тебе от этого, это тебе от этого, это тебе от этого. Окей, теперь дальше. Аса Яков. Сделал Яков поступок Ну, самостоятельно. я не очень понял, какой массовый, но типа того, что там он... А, наверное, идея такая, что там он пассивный был, то есть он их снабдил чем-то, и у них активная роль, то есть они там что-то делают. А он сам пассив, то есть он их выставил на передний план, а сам как бы отошел в тень, правильно? А здесь он как бы сам, ну вот,
начал что-то такое делать. Это, видимо, Маасе Беацмо. То есть он сам что-то такое Да. активное стал делать, правильно? Да, читаем дальше. Да. Вайках эштей нашав, вэштей шифхотав, правильно. Вэ ахат асар еладав, да. Вэявор эт маавар ебок. Правильно. Так, и взял двух жен его, да. И двух рабынь их. Ну да, еще четыре было, правильно всего? Да. И 11 детей их. Да. И перешел только не их, а своих. Свои, да, ну не важно, своих, да, своих. Своих, да. Окей. Его же, да. Его, да-да-да, все правильно, да. И перешел ручей Ябок. Да, правильно, в Явор, да, и перешел, да. Это Маавар Явок. Но тут даже не ручей, а в смысле переход через Явок. Ну, переход какой-то. Там где-то были какое-то место, которое можно перевести. Явок, по-моему, и сейчас существует. Окей. Но вот сейчас будет немного географии, да? Да. Микому Амейдуяк. Замечательно. Маавар Эйно Ятудо. Да. Местонахождение, точное местонахождение вот этого перехода. Перехода, да. Неизвестно. Да. Авалядаем каям нахаль бешем зе бемерказ авар айерден. Эвер айерден. Эвер айерден. Да. Но до сих пор существует ручей по этому названию в центре Эвер айерден. Наверное, переход. Да, конечно, это география. Мне кажется, Эвер айерден, то есть вот есть Ярден, река, правильно? А Эвер айерден – это за Иордания. То, что да, это просто за Иордания. А что я сказал? Okay. Да, вот, ну, так ты сказал. А я подтвердил. Да? Молодец. Окей. Давай дальше. Нахальзе эйно амук левшар лехацуто. Хацуто. Лехацуто. Лехацуто. Да, лехацуто. Значит, ручей этот не глубокий, и можно его перейти. Как дословно? Ну, лехацуто, а вы знаете, это от слова какого? От слова хэц. Хэц это половина. А хэц, ахал, переполовинить его. Его можно переполовинить, но действительно, это совершенно нормальный иврит. И сегодня, например, лахцот это хвиш, это перевести, перейти через шоссе. Ну, конечно, нормально, да. А, ну, с другой стороны, например, ментальное выражение, вот я подумал, когда человек, например, раздраенный сомнениями, как говорится, говорит, что он хацуй. У хацуй, то есть он, с одной стороны, за это, а с другой стороны, за это. И вот называется, что он хацуй, тоже как бы располовинен, да? Окей? Ну, хорошо, читаешь да. Что дальше? Ну, да, давайте. Давай. Вайкахэм, да. Вайярэм, это да. Анхаль. Да. Вайявер, это Шерло. Да. Так, и взял их. Молодец. И перевел их да. Через ручей. И перешел... Ну, я думаю, перевел все, что у него. Перевел все, то есть, что у него. Ну, как бы всех этих персонажей, да, еще все, что у него. Но потом все там, немножко вспомнил про кувшинчик, который забыл. А человек, который трудится целыми днями, ему вообще это самое жалко расставаться даже с кувшинчиком. Поэтому он вернулся обратно. Ну, по-моему, Раши в том и этом так говорит. Но не важно, что Тензаль, по-моему, немножко по-другому все это объясняет. Дей. Дей ли пагеш и массав мидаром ленахель ябок. Нахаль только. Нахаль Ябок. Чтобы встретиться с Исавом с юга да. От вот этого ручья Ябок. Ну, вот это вот не очень понятно. Смотрите, мы будем читать Ханан Парата. Я помню, там он объясняет, что это с точки зрения географии не очень понятно. То есть Штензальц как бы это объясняет, но по идее-то он должен был как бы уводить их от угрозы, правильно? А по географии получается, что он приближает к Исаву. То есть это как бы зачем надо будет приближать к Исаву? Не очень по географии, извини, пожалуйста, по географии Ябок это восточный приток Иордана. Ну, на них. На них, не на них, а факт. Я, ну, я, да. Карту, я карту поглядел. Ну хорошо, молодец. Ну и что ты там поглядел? Ну, с востоку от Иордана чуть ниже. А почему? А, почему написано да, в чем была идея, что он его где Лейпагеш и Исав Мидаром Ленахаль Ябок? Ну, Исав с юга шел. Ну да, он, а, так вот в том-то, он их к югу продвигает. То есть он их удаляет от Исава, либо приближает к Исаву.
Ну, похоже, что приближает, и как бы непонятно, зачем. Они шли с севера, правильно? Ну, да. А Исав шел с юга, но все нам нормально. Отлично. Нет, ну, хорошо, можно не упираться на том, что я говорю, но мне непонятно, зачем надо было их приближать к Исаву. Надо бы их удалить от Исава, если он боится, что он на них нападет. Зачем надо к ним, и зачем приближать к нему? Ну, оставим, ладно, хорошо. Если вам понятно, значит, только мне непонятно. Мне тоже, я без русской географии не очень представляю. Ну, я тоже не понимаю. Может, может быть, он все-таки хотел с ним помириться. Он встречи-то входил. Нет, он боится. Подожди, он реально боялся. Он боится, но он и хочет с ним встретиться. Но он не мог избежать этой встречи. Мне кажется, он хотел с ним встретиться. Он должен был отвезти куда-то в безопасное место. То есть, какая была стратегия или там тактика? Он выставил этих слуг, рабов, чтобы они его как это, умастили, или как это называлось, чтобы он их умилостили, правильно, чтобы они его, а по-видимому самое дорогое для себя, он должен был как-то в убежище отвезти, чтобы они ему на глаза не попались, а видимо как немножко по-другому идея была, он видимо пошел ва-банк, не знаю как, но вот мы, но не мог бы избежать встречи, будет это рано объяснять, или поздно. Будет это объяснять. Окей, ну хорошо, читай дальше, мы тут остановились из-за меня, да. Так. Минастам, лой холь я ле вир, эт нашав. По-простому, не мог он перевести женщин своих, да, ну, елдав, да. Жен своих, да, елдав бней гилим. Вот это вот читается гилаим, насколько я понимаю. Гилаим. Угу. Шуним. Да. Вехафецав. Замечательно. Певат Ахат. Певат Ахат, да. Так. Дети его, сыновей Агилаим. Ну, разных. То есть, сейчас будет некоторый вывод. Он объясняет технику их перевода. Бне Агилаим. Ну, они разновозрастные. Агилаим Шаним. То есть, разновозрастных этих. Ну, да, разновозрастные. Ну, то есть, их там много всех было. Они разных этих. И всего, жен много этого. Ну, идея какая? Я просто не хочу дочитать до конца, потому что сейчас будет понятно. Вы хафацав. Ну, и кроме того, все имущество. Хафацим – это имущество. Когда на улице находит подозрительный предмет. Подозрительный в смысле, что в Израиле это очень распространено, к сожалению. Да? Кричать в чат «хефец хашут», никто не приближается, вызывает полицию, она перекрывает дорогу. Это то же самое, хефец. Ну, и как бы это слово, опять я… За один раз. И кроме того, это слово, которое очень в устной торе. В Талмуде, в Мишне всегда «хефец, хефец, хефец». Хефец – это нечто вещественно-материальное, да? И это что-то принадлежащее кому-то, да? Угу. И от этого, кстати, слово «хафец», вы знаете, да? Ну да, «хафец хаим». «Хафец хаим» знаменитое, и вообще слово «хафец». «Хафец» – это человек, который жаждет чего-то. И отсюда слово «хафацим». То есть это выражение не только, что это имущество в том плане, что иметь, а в том плане, что… Не, ну вот хотеть. Имеется желать, обладать, вот это хафацав, да? Хафец хаим, это Таилим, это желает. Что такое мне Гилат Эстер, что-то у меня звучит. И Шашер Хафец Бо, что-то такое вот это вот было. Ну это из Таилим, это из 34-го. Жизнь, он должен стремиться к добру, там удаляться от зла и всякое. Да. Но здесь, в общем, логика такая, что он несколько раз ходил туда-сюда, чтобы всех перевести, потому что их много всего было. Окей. Да, значит, Алькен. Не мог все это за один раз. Ну, Алькен, и вторых, лавор, это нахаль, кама памин. Молодец, ты очень чисто, хорошо читаешь, замечательно. Спасибо. И поэтому, и вторых, это мы как переводим? Был вынужден. Зорах, это необходимо. Экс спрашивает, он грубовато говорит, мата царих. Например, грубое выражение, это один друг говорит, мата царих, идти надо от меня. Но вот когда тет, вот этот служебный, да, то получается, ицтарех это был вынужден. Да, был вынужден переходить ручей несколько раз. Замечательно. Ну давай. Левесов, лахарше махане, кулевар. Пока, наконец, весь его стан не перешел. Замечательно. Ну да, Махане. Да. Вейватер, Яков, Левадо. Ну да, то есть он объясняет Геватер, Левадо, после чего?
То есть он остался один, не потому что они все от него разбежались, а потому что он закончил их перевод туда, и вот он остался один. Да. Один Аль-Сфата Нахаль, Да. но около этого ручья. Ну, Сфат-а-Нахаль это Сафа, это губа, правильно? А это вот такой На семикор, так, Бейт берегу, Акнес, и да, говорят лучше. дом встреч, да, синагога. Талия вот к нам возвратилась, замечательно. Вот, а Сфат-а-Нахаль это на берегу ручья. Это вот как бы Сфат-а-Нахаль. Сафа от слова губа, правильно? Окей. Да. Ваевек иш Да. Авон умистурей Да, имо правильно. ат алот шахар. О, замечательно. Так, и боролся муж Ну, полом скрытый. человек. Ну, человек. Ну, можно сказать, муж, высокий русский язык какой-то такой, знаешь, не знаю, там, церковный. Но человек с ним боролся. Ну, поскольку написано «иш», ты вообще правильно говоришь. На, я тебя, может быть, зря поправил. Что написано «иш». Я просто посмотрел сейчас. А потом следует вот объяснение Штензальца, потому что «иш» можно было себе представить, что это человек во фраке, понимаешь? А он говорит, «иш-то какой?» Скрытый и таинственный какой-то. О, то есть у нас-то вся идея была, что это Дмут Мистаит, вот там было написано Лума, он говорил, да, то есть что такое таинственное, вообще не какой-то образ с ним боролся. Правильно, но тем не менее, тут как бы получается такая странная вещь, с одной стороны он Мистарин, с другой прочее, а с другой стороны драться он может, правильно, поэтому у него был вид нормального чувака, там, с мускулами, со всеми, и все, он им еще это самое, вывихнул там это самое бедро, поэтому он как бы с одной стороны Мистарин, а с другой стороны такой крепенький. Окей. Да, значит, с ним до рассвета Адалота Шахар. Да. Ну вот Алота Шахар тоже очень красивое выражение, всегда говорится, действительно, это дословно поднятие рассвета. Поднятие. Поднятие. Утренний зари. Ну, утренней зари, правильно. Все замечательно. Окей, к нам вот Тали присоединилась. Тали, а ты, вы хотите читать? Ну, пока. Пока молчание. Давайте. Я просто... Не, я на улице, я не смогу читать на ходу. А, ну хорошо, когда дойдете до какого-то места, типа остановки, тогда, значит, вы можете активно принять участие. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Так, Лень, мы к тебе. Мы один круг закончили. Идем дальше. Ваяра Аиш. Ваяры все-таки. Ваяра Яре. Ты прав. Ваяра Аиш. Кило и холло. Шело. О, Кило и цвет. хорошо. Ну, тут уже дальше сразу комментарий. Широй цвех ляпиль эт Яков. Ну да, И потому что иначе непонятно. увидел человек, что не сможет его, то есть, что не сможет он побороть Ну, как бы его. опять это от слова опять может, то есть не может его превозмочь, да? А вот поэтому Да. непонятно, что значит превозмочь. Ну как, в каком смысле? Что не Положить на может лопатки? его побороть, Ну ляпиль. да, то есть положить на лопатки, вот как бы, что значит Да. превозмочь? Повалить, повалить. Он не может Уложить. его повалить. Да. Извиняюсь. Вега. Да. То есть экаото вепага. То есть он его ударил и повредил. Ну да, Но потому что экаупага. ну да, потому что ига непонятно, да, ига Га. это Ига это слово, окей. просто коснулся. Ну коснулся, что Коснулся. значит коснулся? Он же не просто как его гладил, да, поэтому он объясняет, что он на самом деле не просто его там по-дружески похлопал по плечу, он его Да, ударил он его ударил и с тем, сильно чтобы ударил. вдарить, чтобы нанести, а, вот, чтобы нанести повреждение, да, правильно. Да. И кауто выбога. Быка в Ерехо. Да, каф Ерехо, это все медицинские Объясняется, вещи. да. Кав Ерехо, это объясняется. Бхалька Ильон Шулярегель, то есть Ну да. верхняя часть ноги, то есть Ну, бедро, да. ноги. Ну, можете на свою ногу Ноги. посмотреть сами и посмотреть. Ноги. Вот Бедро. там должна быть такая вмятинка, по-моему. Вообще, каф это на иврите все вот эти анатомические вещи, там очень часто каф, правильно? Как называется ступня на иврите? Лёнь, молчи. Кафрегели. Правильно, как называется ладонь? Тоже каф чего-то там. Ну, Каф как яд. чего-то. Каф Ну, яд. чего? Кафьят. Руки яд, Правильно? руки. Кафьят, да. Вот есть мумхе кафьят, есть мумхе кафрегель. По каждому, хочу сказать, члену, по каждому этому есть, соответственно, мумхе.
А вот кафьерах это тоже что-то. То есть вот бедро, а в этом бедре там, видимо, есть какая-то часть, которая, по-моему, это вот типа, можете пощупать у себя каждый, по-моему, это типа вмятина, такой вот сбоку. Вот это называется кафьер. Мне так кажется. Ну, можно потом у специалиста, я спрошу у своего, как это называется, тестя, зятя, нет, тестя, он мне кто? Тесть, да, муж дочки, тесть, да, вот он врач, я у него спрошу, что это такое точно. Ну, хорошо, кицур, он, Муж да. дочки, муж дочки зятя, а отец мужа, если отец мужа, то как Да, нет, сват. он муж дочки. Муж, Тесть значит, это зять. ты для него, Тесть а он это для тебя ты, зять. а зять он зять, а ты Ну да, он мой тесть. зять, да, нет, я помню, да. Ну хорошо. Бетелка или он шарарегель, да. То есть в верхней части ноги. Дальше. Лень, ты с нами, нет? Лень. Я с вами. Ну давай дальше. В такая. Вот такая, да. Такая замечательное слово. Сейчас обсудим. Да. Нака мимкума. Ну да, така-нака. Вот это вот все така-нака, така-нака. Это все Да. втыкивать, втыкивать, втыкивать. Вот русское тыкать, тыкать, это вот Ну, така. нака. Ну, Нака это это вывих, нака это вывих, 100%. вывих, да, нака. Да, а вот очень замечательное русское слово тыкать, правильно? Вот это тека. А, Тека, да. кстати, тека и шека, вы знаете, что это такое, правильно? Да. Драпунька и штепсель, была такая штука. Тека это штепсель, то, что вставляется, это называется тека. А то, во что вставляется, называется шека. Шека это что-то впуклое. Да, впуклое. Пуклое, да. А тека – это то, что вот эти вот два штыря, которые туда втыкиваются. Ну, Три. и еще надо сказать, что слово «така» в современном иврите – это даже уже не сленг, а это, в общем, совершенно слово такое. Когда человек, говорят, мата, ламата такуа. Такой – это человек, который как бы вошел в стопор. Он находится… Завис. Что-что? Завис. Да, такуа, макшеф говорят, макшеф такуа. То есть Такого любой человек, завис, который да, так находится говорят. ситуации статичной, которая плохая, которым куда-то влез и не может оттуда выйти. Например, когда человек завален там работой, да, или не может найти решение, чтобы выйти, говорят, майто, что с ним говорится, а у такого. Вот это вот такого, вот это вот. Но здесь вот такая, все-таки это немножко не то. Такая, это в смысле, что он ему, он объясняет, что это не очень понятно на современном языке, такая, такая, означает, что он его впухнул куда-то. А он, я думаю, что он не впухнул, а он его вывернул. Что имеется в виду нека. Минкома. Накамин кума. Ну да, то есть он ее сдвинул, вывихнул с места. Вот этот кафьерах. Окей. Кав ерах Яков бавоко ему. Ну да. Это бедро Якова в борьбе с ним. Ну да. То есть он его не повалил, но он его Он ему вот, да, ногу он его вывихнул, вот задел. Ламрода КФ, Да. Эксе, Шенеграмло, Яков, Адайн Амад Аля Амадо, Вело у вас. Да. Вот, и несмотря на это, да, Да. на боль, да, Да. который он ему Да. причинил, да, и Яков по-прежнему стоял, да, на, ну, Амат как бы, Алямдо, но в смысле он его не на повалил. ногах, да, но стоял на ногах, да, Ну, стоял на ногах, да, правильно, стоял на ногах, правильно. и не был поражен. Да, вот это слово у вас, оно важное. Это в современном виде тоже. У вас, вы помните, у нас было нихна. Нихна это капитулирован. Человек поднимает руки. А у вас это побежден. То есть, вот, видимо, это стадия Разгромлен, до да. капитуляции. Человек должен быть, враг должен быть у вас, и тогда он нихна. То есть у вас, когда он получает такой Но удар. у вас это, извини, пожалуйста, у вас это больше, чем на цах. А, да? Ну, Да, у может вас это быть, да. сильнее. Ну, в общем, да, у вас, да, может быть, да, у вас после капитуляции. У вас это тоже одно из поражений. Но это в данном Ну, случае просто, вдребезги разбит. да, это разбит. Это совершенно очевидный, как бы, уфаль. То есть не эфир, а Да. уфаль. Это пассив. У вас. Лави. А Да. как будет от этого, кстати, активная форма? Вот, а как от этого слова сказать поразить врага? Разбить врага, как будет? Молчу. Народ. Народ. Нет, молчу.
Думаю, Как не будет? знаю. Что? Для ВИС не знаю. Молодец, 100%. Да, ВИС. Да. У ВИС. Да. А, вот в спорте очень часто, когда там они на ринге встречаются, знаете, этот у вас, а этот его ВИС. 100%. Да. Этот у вас, а этот у нас. Да. У нас, у вас, да. А это у нас, правильно. Окей, да. Хорошо. Нам еще вот Наталья присоединилась, замечательно. Сейчас ты хочешь читать, тогда мы ее спросим. Да. Останется. А шнаем хаю рефутим? Замечательно. А вот рефутим какое-то слово для меня... Я тебе скажу, обхвачены. Мы уже у нас один раз встречались. Рафу... Это вот когда наматывают аккумулятор, вот эта вот штука, правильно? Аккумулятор, а, да, логично. Да, вот эта вот штука. Вот ЗБЗ. Да, то есть они вот так вот, опять, по-моему, это в рестлинг, то, что по-английски, они обхватили друг друга, это реально, отсюда этот и тавкут называется. Это не бокс, когда отдельные удары, это на расстоянии. А и тавкут, это когда обхвачено, и друг друга это самое пытаются завалить туда-сюда. И вот здесь вот то же самое, поэтому он пишет «Лефутим». Каким образом? То есть идея была какая? Надо было сбить с ног, повалить, чтобы тогда, если он повален, то все. А здесь он его повалить не смог, но в результате вот этого он нанес ему поражение в Якову, в этот самый Кафьер, бедро. Окей, дальше. ЗБЗ, Вайомер, Ахер, Шалхани. Шалхени слегка. Шалхени, Шалхени. Ну да, что такое Шалхени? Шахерути. Ну да, Шахерути. Эй, такая непонятно. Сейчас, погодь, непонятно. Зачем надо было говорить «отпусти меня»? Ну как бы, если люди занимаются боксом, не будет такой «отпусти», можно сказать «отстань от меня». Азовути вот на современном языке, да? А он Шалхени. Шалхени, «отпусти меня», то есть означает, что он его обхватил. Поэтому должен был быть перо, что они были, у них этот тавкут был такой, что они были обхвачены. Поэтому он реально ему говорит, ну, слушай, отпусти меня, все. Вот он говорит, поэтому Рав Штензальц говорит, шахры руки, освободи меня. Окей? Яла шахара, потому что вошла заря. Ну, да. Замечательно. Я только хочу сказать, на современном иврите вот слово лышахрер, это, в общем, сленг, который уже, ну, практически перестал быть сленгом. Это тоже слово, которое бесконечно говорится. Когда говорят, оставь, в смысле, оставь эту тему, и вообще, как бы, ну, выйди из этой темы, да, то говорит шахре. Вот это вот все, это очень молодежно, даже, ну, и даже не молодежно. Но это такой сленг, то есть так, ну, это можно говорить только человеком, как бы, близким, это боссу нельзя сказать. Но шахре, это, слушай, ну, оставь уже все, отвали от этой темы. Вот это шахре, это 100% отсюда. Окей, дальше. Киала шахра, потому что расцвело. Ну да, он, видимо, только, он, видимо, ночной. Он, это да, именно сказано дальше. Да. И ныне холе ли шаэр кан од. Замечательно. Хэн ани яцур лили. Вот именно это сказано. Я не могу оставаться здесь более, поскольку я ночное создание. Правильно. Вот яцур тоже очень интересно, да, вот яцурим. Помните в этом, по-моему, это в Йом-Кипуле, в Рош-Шана. Ну, черт забыл, когда говорится Яцурим, и там все переглядываются, Яцурим, Яцурим, это вообще почему? Потому что в современном иврите тоже Яцур, это сленг, который перестал быть сленгом, ну, типа сленга. Яцур, это то, что у нас в Питере кадавр назывался, говорят, ну, этот Яцур вообще. Ну, то есть просто кадр. Ну, он еще тот кадр, вот это вот кадр, это Яцур. Вот, ну, а в принципе, это... Яцур, а слово Яцира, да, я не говорю про кабалу Яцира, но Яцира в смысле произведения. Когда говорится, например, художественное произведение, Яцерампер или Яцерамузыкаль, это музыкальное произведение. Но в сленге Яцур, Яцур, это вообще кадр, тип. Окей? Дальше. Тип, да. Тип, да. Кан мидбарер, шеэйн гу адам, а миднапель аль Яков, эла хавая... Авая. Шейна эношит. О, как. Здесь выясняется, что это не человек, который напал на Якова, а некое нечеловеческое существо. Да, существо. Ну, авая в смысле авая. Переживания. Ове, ну, есть, да, это, ну, да, некое явление. Явление... Да, не это. Потому что, опять, непонятно. Боролся он по-человечески. Он еще и сумел как-то ведро, это бедро, слегка не ведро, а бедро. Бедро вывернуть. То есть, совершенно себя вел по-человечески и грубо нагло. Но, тем не менее, все-таки это был, поскольку он так нежно сказал, слушай,
друг, отпусти меня, потому как я вообще ночное создание, мне улетать надо. Вот, и такое соединение непонятное. Поэтому, ну, опять же, вот Рафштенгальц, он выставляет эти мостики для того, чтобы нам было понятно, чтобы снимались эти вопросы, которые внимательный читатель должен задавать. Окей? Хорошо? То, Флёнь, ты замечательно прочитал, отдыхай. Теперь дальше. Вот у нас есть Наталья. Наталья, вы хотите читать или вы будете слушать? Я только слушать, потому что я еле-еле знаю алфавит. Нет, мне нет проблем, мы очень в рады. В вашем сообществе. Мы очень рады. Хотелось бы с вами побыть. Нет проблем. Придет время, будете читать. Окей, хорошо, теперь у нас кто был? Аня, по-моему, ты, да? Да. А мы там не пролистали текст? Нет, по-моему, я просто поднял, чтобы повыше было. Окей, Ламрот? Ламрот, Ширая, Зе, Коах, Эльон, да. Яков, Хаш, Кибокохо, Легвор, Аля, Аиш. 100%. Вайомер, Яков. Ло, Ашалехаха, да? Ки им Барахтани. О как! И несмотря на то, что это было как бы сила высшая, Яков почувствовал, что как бы одолел, что он своей силой преодолел этого самого человека. Мне кажется, что как бы идея такая, что несмотря на то, что Яков понял, что перед ним не просто человек, это существо, но поскольку он с ним реально боролся, и у него было ощущение, что он его победил, несмотря на то, что он его как бы физически нанес ему ущерб. Поэтому он довольно нагло себя ведет, да? Да. Он и сказал Якову, да, не отпущу тебя. Дружок, я тебя так не отпущу, несмотря на то, что ночное создание. Ты давай меня благословляй, окей? И что ему сказал? Сказал Якову, не отпущу тебя без того, что не благословишь меня. Правильно. Вот только это слово объясните мне. Хаш. Значит, слово хаш. Почувствовал. Ощущу. Правильно. Какое важное существительное от этого? Как органы чувств называются? Хуш, правильно. Хуш, да, есть хуш чувств. Хуш, правильно. Это вот то, что на английском сенсор. Да? А хаш так. Это почувствовать, да. Да? Имата метаньен ле... Нет, слегка, меуньян. Меуньян. Ле... Иштахрер. Да, это все распространенное слово. Если ты заинтересован в освобождении от меня... Освободиться, да, правильно. Освободиться от меня, алейх леварехоти. Тебе, да. Ну, ты должен благословить меня. Правильно. Да. Яков ло дараш. Хания. Нет, кния, вот то, что у нас была капитуляция. Хания, вело. Нет, кния. Не я. Хорошо. Да. Яков не требует ни уступки, вело и нацлут. Как это? Извини. То есть он ему не говорит, слушай, ты вообще попроси прощения, ты тут мне ногу, вообще говоря, вывернул, понимаешь? Что за хрень такая? Он ему говорит, нет, ты вообще благослови меня. Элла кабелет марут. Хочется принятие, получение... власти получается. Да, Марут, это интересно, понимаешь, превосходство, господство. А с этого слова, как на иврите говорят, обращаются к человеку, говорят, господин, госпожа. Я не знаю, Мар, в России обращаются к человеку, господин, госпожа? Нет, это только так, если официально, так нет, не обращаются. Ну вот, Мар, это когда человек заполняет формуляр, говорит, как вообще к вам относиться, Мар, либо Гверет. Вот Мар, это, а Марут, соответственно, это... А какая между ними разница, Мар и Гевер? Какая разница? Ну, Мар – это мужчина, а Гевер – это женщина. Гевер – женщина, а к мужику не обращается. А Гевер – это мужик, но это как-то брутально, да? То есть так не обращается. Нет, Гевер – так он говорят. Гевер – это говорят… Приятели, мужики. Да, ты встречаешься со своим… Вот я с Леней встречаюсь, я ему говорю, машлумха, Гевер. Так, мужик, как себя чувствуешь? Чувак. А почему ты так к женщине можно обратиться, типа женщина? Да, а Мар – это очень официально, это реально кого-то вызывает куда-то и говорят, Мар такой-то, вот пройдите там и все. Но вообще, опять, Мар – это официальное очень слово. Это там в суде, там еще что-то, либо человек формуляр заполняет, да. А вообще человек, например,
Ну вот в автобусе кому-то надо, чтобы человек подвинулся, грубо говоря. Правильно, ты же не будешь ему говорить, чувак, давай там подвинься. Гевер, это так неудобно сказать. Стандартное слово «адони». И хотя это звучит «господин», но вообще это совершенно не «господин», это просто, это совершенно стандартное обращение. «Адони атахол азус». Это даже немножко ирония есть такая, когда человек говорит «адони», означает, что он вообще говоря, знаешь, ты тут место занимаешь. «Адони атахол азус», типа, ты можешь вообще немножко подвинуться, место много занимаешь. Окей? Ну хорошо, возвращаемся к тексту. То есть идея какая? Браха, хочет власть, он хочет власть, типа, власть получить. Ну да, он Эла Кабалат Мару, то есть, значит, браха. Браха, это означает, он говорит, слушай, я вот тебя вообще схвачу, вообще, вот так вот держу тебя, понимаешь? Поэтому давай, я тебя не отпущу. То есть, это вообще такое было крутое. То есть, Яков явно как бы, почему он Исраилем-то его назвал? Вот сейчас, потому что он себя ведет, ты не как Яков, да не как история. С Исавом была там обманными путями, туда-сюда, шкурки одевать, все. Ну, за глотку его взял, сказал, ну, давай, благословляй меня, я тебя не отпущу нафиг. Окей, дальше. Абраха Теватте, Шазар, Машалим им Яков. Правильно. Абраха выражает... Будет выражать, что... будет выражать. Будет выражать, что этот вот Азар чуть-чуть... Ну, этот стрэнджер, да, этот незнакомец. Стрэнджер, да. Машалим им Яков, как это, властвует или... Не-не-не-не-не, Машлим, это означает, что... А, он, или подобие. Что? Подобие или власть. Что? Ну, Машаль, это же подобие чему-то, это и команда. Не-н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 е. Машлим здесь, говорится, уйшлим има мацаво, то есть человек смирился со своей ситуацией. И принял. Это вот стопроцентно русское смириться. То есть Машлим и Яков, он значит, принял, что смирился с Яковом. То есть это браха, это не та браха, например, которую Всевышний давал праотцам. Либо Яков будет давать своим сыновьям. Там другое было. Там была браха, это эманация чего-то, это, в общем, какая-то дополнительная помощь, которую человеку дается. Здесь, поэтому Рав Нидас это объясняет, что здесь браха совсем другое. Это означает, что то, что он будет давать браху у Ишлим им Яков, означает, что он согласился с тем, что Яков его победил. Вот что нам тут важно понять. Окей? Но вообще вот это вот слово, постарайтесь его запомнить, оно очень важно в современном иврите тоже. Оно очень распространенное. Это когда человек, он смиряется с положением. Как я приводил пример. У Ишлим им. Он смирился с чем-то. Да? Он у Ишлим им отцов. То есть, например, с человеком, не дай бог, что-то происходит, ну, скажем, нехорошее, он становится, не про нас будет сказано, нездоровым там, или еще что-то. У него есть вариант либо лечиться, либо там еще что-то, либо лезть на стенку. Когда человек и шлем, все, он смиряется с ситуацией, поднимает руки кверху. Вот это как раз здесь такая ситуация. А, шалем, как принято. Ну да, да, и это все отсюда, шалом отсюда, да. Тут не допер до меня, точно, шалом. Окей, вы аф. Так, им Яков, аф масахим, ласот давал эмано. Да, и до, да, до того, что он согласен сделать что-то такое, сделать для него. Да, Лемано, правильно, Лемано, 100%, все замечательно. Ну хорошо, поскольку у нас Тали нам скажет, когда она сможет читать, мы продолжаем пока в нашем замкнутом круге. Хорошо, Тимофей. Я могу читать вообще? А, да, ну все замечательно, да. Можете читать? Да, могу. Окей. Ну только... Начинаем Вайомер Алав или откуда? Да, вот где красная точка. Вайомер Алав Ахер. Да. Амалах. Да. Машмеха. Да. Машмеха. Вайомер Яков. Вот, если можно, мы, чтобы нам не запутаться, мы вот хотя бы по фразам переводим, да? Да. Вайомер Алав Ахер ему, и сказал ему другой. Ну, да, не написано, кто, ангел. Надо понять, кто сказал, да. Ангел или посыльный, можно да. Тоже сказать, да? Да. И как твое имя? Да. И сказал Яков. Да. Илю айта зу сиха нушит ргила, а я савирши Яков, и шаль это иш им инха юдея ми они, лешема итнапальта алай. Да, это очень такой человеческий разговор. Если бы это был обыкновенный человеческий разговор, ну да.
то было бы логично, что Правильно. Яков спросил бы этого человека, Да, спросит человека, да. это Иш, да? Ну да. Если ты не знаешь, кто они, для чего ты на меня напал? Почему Ну ты на да, меня если напал? не знаешь, кто Зачем? идет на меня напал. Обычно, когда один нападает на другого, потому что он к нему что-то имеет, правильно? Либо человек Ну, с если ума сошел, он просто здоровый. лезет на прохожих. Но здесь не похоже на это. Если он не знает, что это Яков, а чего он с ним начинает с ним сражаться? Окей, то есть логично, да? Дальше. Кармиду Барби Руа такти. А ищ Не-не-не, Алик такси, Яков. те, текси, а слово текис. А, такси, слыха, такси, да. Да? А ищ Алик Яков лишмо, киван шераца лит яхес лихах Правильно. биверхато. Здесь сказано о событии Ну, церемониале, то есть церемониальном. это, да, у них как бы, ну Церемониальном. да, они вежливо спрашивают, кто ты, а это не связано с тем, чтобы я знал, кто это. Человек, а этот человек спросил Якова, как его имя, потому что хотел отнестись к нему в своем благословении. Ну да, он сейчас его Израилем скажет, поэтому это такая игра, то есть он объясняет, что на самом деле он, конечно, знал, как его зовут, но поскольку он хочет обыграть слово Яков, так он его спрашивает, чтобы получить как бы ответ. Это некоторая такая игра, а это он действительно не знал. Если он не знал, так чего он на него набросился? Окей, ну хорошо. Ну давайте тогда, может быть, по таким вот кусочкам, ладно? Чтобы у нас хватило дальше всем. Тимофей, можешь читать? Да. Вайомер. Ваомер Амалах Да. и сказал ангел, Ну Ло да. Яков Еамер от Шимха, Да. Ким Исраэль, Да. Ки Сарита, Царита. Ки Сарита. Да. Значит, не Яков будешь зваться, Подожди, а вот ты будет. перед Мармалах и сказал кто? Да, говорю, сказал ангел, Ну да. посланник. Ну да. Да, не Яков будет зваться еще имя твое, Да. А Израиль. Да. Кисарита. Ну да, это объяснение слова Кисарита. Израиль. Почему Израиль? Да. Откуда вообще? Да. Какая разница? Ну, а он объясняет, почему Израиль? А Израиль от слова срара, от слова сарита. Окей. Подзабыл, как переводится Что-что? кисарита. Сарита? Да. Сарита, потому что ты... Ну, вот он объясняет. Тут в данном случае, как бы, ну что, как господствовал, стал министром, как бы. Ну, поэтому Штензальц объясняет, наевакта, в данном случае Саарита сражался. Наевакта им Элохим Да. сражался со Всевышним. Да. Им Малах, им Коах Эльон, Ну да, им потому что иначе не бывает, что он Анашим. с Элоим, но он все-таки, грубо говоря, не с Богом сражался, правильно? Да. Поэтому, ну, мы знаем, что зачастую в Танахе, вот, пишется там, Бней Элоим есть, там, сыны Божьи. Понятно, что это не Бней Элоим в том понимании, в прямом понимании, а имеется в виду, что некоторые, либо высокопоставленные в данном случае, да, в данном случае говорит, что как бы представителем Всевышнего, то есть, грубо говоря, с Малахом, опять же, с ангелом. Или Коах Ильон, правильно? Да. Вейма нашим ватухаль. Значит, Да. с ангелом, с высшей силой, с людьми и преуспел ватухаль. Ну да, то есть, по-видимому, здесь вот и. То есть ты Израиль, почему? Потому что ты Сарита, ну, в смысле, что ты как бы сражался, да, то есть противопоставлял, но с кем? Вот им. Им Элоим, то есть им Малах, да им Анашим. Потому что ты сражался и Я с... извиняюсь, как Да? раз на нашу главу, которая сейчас сегодня Да? закончилась, да, Да? там у Рамбана вот как Да? раз объяснение про Элоким, что Да? это означает, в каких случаях и так далее, Окей. очень подробно. Окей. Окей, замечательно. Мне кажется, что вот здесь, мне кажется, я понимаю Штензальца так, что он хочет сказать, что он сражался с кем-то, у которого было двойственное. То есть он был, с одной стороны, Малахом, то есть вот это высок, высшей силой, Коах Эльон, правильно? Который был Алум, Мистори, все, что нам объясняли. А с другой стороны, поскольку он реально это и бедро задел, то есть он у него не была, реально была физическая сила, правильно? Поэтому им Анашим, и с этим, поэтому это двойное им. Им, Бетухаль. И вот у нас очень часто это слово повторяется, Тухаль, да? По-видимому, это очень похоже к английскому слову «превозмог». Это может быть лит габер, от слова гевер мы обсуждали, да? Но с другой стороны, вот здесь вот это вот все время тухаль от слова яхоль.
В смысле, что он смог его превозмочь. По-русски превозмочь тоже от слова, по-видимому, может. Окей? Понятно? Да? Вот к нам еще кто-то присоединился. Опять же, вот у нас было бы Илум Шем называется. У нас сегодня было. Илум Шем – это инкогнито. Но мы приветствуем. Окей. Дальше. Дальше. Вайшаль. Вайшаль Яков – это Иш Вайомер. И спросил Яков человека и сказал: «Гагида на Шмеха». Скажи, ну да, то есть не симметрично получается. Правильно? Он спросил Яков, как его. «Итахен шешелат Шмо». Да. «Ромар». Меуто о Дерото. А Дерото, да. Он там кому-то, у кого-то там... Это у Лёни, наверное, да. Окей. Да, Тимофей, мы тебя слушаем. Итахен. Итахен – это возможно. Окей, да. Возможно, вопрос имени его... А именно... Итахен шеши и ладшмо. Возможно, что вопрос о его имени... Ну, да-да-да. Да. А именно... то о... Агдарато. То есть, имя не просто «тебя зовут Вася или Петя». Он значит, что значит, он спрашивает твое имя. Правильно? То есть, опять, вот это вот задавание «как тебя зовут?» Штензальц, Рафшан, пытается объяснить, что это не по-простому. Да? Как сказать, «тебя как зовут Вася, меня зовут Петя. Давай познакомимся». Это не то. Там объясняли, почему ангел спросил. Потому что он хотел обыграть это слово. Он знал, что перед ним Яков. Но он говорит, ага, а как тебя зовут? Чтобы тот сказал, а, меня зовут Яков. А, Яков, окей. Значит, ты не будешь называться Яков, будешь называться Исраилем. И дальше, почему Яков его спрашивает? Потому что, да, он хочет понять, вот что говорит, мауто о агдарато. Что такое мауто? Его сущность. Маут – это сущность, правильно? Да, сущность, да. А агдарато – это его определение. Агдара – это определение, что нормально, магдара – то. То есть, я хотел понять, кто это вообще такой. Это ангел, это человек, что это такое перед ним. Поэтому он ему говорит, какое твое имя? Он хочет из того, как тут скажет имя, понять, кто такой перед ним. Наверное, такое объяснение, да? Теперь дальше, вот это вот, и вот, вот то, что мы сейчас объяснили, он дальше говорит. Лонава, читай дальше, плиз. Лонава, мескарнут. Сокранут. Да. Да. Сокранут грей, да? Да. Не вытекает. Правильно, из... не проистекало, не вытекало. Из чего? Что такое сокранут? Любопытство. Ну да, кто такой сокран? Сокран – это такой вот подросток, любопытный человек, который сокран. Любопытный. Сокран – любопытный, да? Который вот ему очень интересно знать, из чего там состоит, не знаю, вот это. Он называется сокран, правильно? Кстати, интересно, по-моему, сейчас сокран, а слово секер. Секер – то, что бесконечно проводят в Израиле, это опросы. Вот секер – это, кстати, отсюда же. А сокранут – да, сокранут – это метох сокранут, это из любопытства. Грейд – это такое техническое слово, которое просто. В современном иврите тоже делается, используется. Грейд – это просто, попросту, попросту. Слово, которое идет и из устной Торы, из Гемары, Мишны и так дальше. То есть вот то, что он его спросил, как тебя зовут, это не любопытство. Да не просто спросить, слушай, а как тебя зовут? Да. Правильно? А это выистекало из того, что он хотел понять, мауто или агдарато. Он хотел понять, существо ли, по существу, кто перед ним. Либо как бы понять, потому что непонятно, что это такое. А, слушай, это у меня включен здесь звук, дай-ка я выключу. Я понял, откуда этот шум был. А, нет. Ага, меня обвинял. Не, мозган это, я думаю, у нас работает. Ну, хорошо. Окей, давай дальше. Сокрануто, да. Эла. Эле меа цорех, леварех им ацмо. Леварех, это... леварех, по-моему. Ты леварех сказал. Леварех. Леварех, да. А, леварех, да. Сейчас, секунду, я мозган выключу. Да. Да. Продолжаем. Да. Имасмо это пешер, а мавак. О, да. В общем, не просто любопытство, а из-за необходимости прояснить. Ну, это не бай, лаварер и мацмо, то есть как бы сам собой, то есть вообще самому врубиться, да. Понять. Смысл вот этой борьбы. Ну да, пешер. Да. Пешер, а там слово паршанут. А, хотя там буквы меняются. Но пешер это тоже. Пешер это как паршанут, только буквы поменены. В общем, идея такая, пешер адварим, это как бы смысл. Вообще, в чем смысл? То есть Яков хочет врубиться, он как бы белем, он в шоке, он не понимает, что происходит, кто с ним боролся вообще, что он на него напал.
Понимаешь? И он понимает, поскольку тот говорит, вот то самое, ночь кончается, отпусти меня, лоташах, понимаешь, что нормальчик так не будет говорить. Он же не отлетает там с рассветом. Хочет врубиться, что это такое? Он спрашивает его, какое имя. Окей, дальше. Шаре Яков, ло яде, имху бен... Ло яда, слегка, ло яда. Ло яда, имху бен дмуто, шелесав. Да. Потому что Яков не знал, да. Если он... Ну, вот это про образ, образ и стал, да, правильно? Какой-то его представитель. Да, окей. Сарош Шелесав. Да, то, что нам министр объясняет Сарош Шелесав, да. Ну, ангел, да. Ну, типа, да. Аэм офи рак лешем нисайон. Или если он появился только для испытания. Правильно, молодец. Оше гая бо айом. Не-не-не, июм, 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 июм. 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 Это у нас сейчас очень, да, в современном к сожалению, июм у нас со всей стороны июмим. Июм и цафон, июм и дарон, июм и бифним, от этих. Июм – это угроза, да. Бо юм мимшей мица. Мамаши. Мамаши. Настоящий, реальный. Да. Мицат офель. О, это интересно, да. Мицат офель. Да, мицат офель, это вы знаете. А что такое афила? Значит, либо он появился просто для испытания, либо была настоящая угроза со стороны тьмы. Ну, темных сил, правильно. Я бы тоже так понимаю. Страны темных сил. Да, то есть реально он амбуш называется. Он попал в какую-то вообще западню. То есть ему эти темные силы устроили что-то такое. Либо это не сайон. Но вот как-то вот... То есть сказать, чтобы это был прям так пшат, это нет. Но он, в общем, дает нам некоторую... То есть Яков... Это все на тему, почему он спросил, какое твое имя. Что пытается из имени вывести, что вообще с ним произошло. Что такая, наверное, идея, да? Окей, ну хорошо. Дальше. Что-что? Передаю дальше. Передаю дальше. Ну хорошо, кто-то из... Вот кто-то был с... Не знаю, Бейлум Шем, то, что у нас сегодня был инкогнито. Кто-то хочет читать, кроме тех, кто уже читает? Раз, два, три. Ну хорошо, продолжаем дальше. Значит, у нас, по-моему, сейчас это должна быть Аня. Нет, или я ошибаюсь? Нет, Леня? Да, Лень, ты? Я. Давай, давай, давай. Прости, обидел. Вайомар. Лама зэти шаль лешми. Ну да. Едат. Едат шми шина нахуца. Едат шми ина нахуца леха. Едят. Едят, едят. Едят шми ина нахуца леха. Знание моего имени, оно тебе не надо. Ну да, он говорит, лама зэти шаль это шми. Вообще такой лешми. Разговор практически как на рынке, честно говоря. Он говорит, лама затишали, лешми. Что ты вообще лешми. Меня спрашиваешь про мое имя? Да. Оставь, говорит, тебе это не важно. К чему это тебе? На худца вы знаете. Обожди секундочку, этот телефончик. Нет проблем. Ну хорошо. На худца вы знаете это слово. На худца это тоже такое важное слово. На худца это то, что тебе необходимо. Окей, так, ну Леня куда-то выпал в осадок, по-моему, нет? Ну хорошо. Я с вами. Я здесь. Ну давай, 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 вышув. Да. Лама вышав. Вышув. Варех. Да, вышув. Вы вареха. И варха. Да. А малах, а ото сам. Ну да. Вышив, ну, я думаю, и вот снова по новой, да? То есть он же ему сказал, да. Уже, что ты не будешь Яковом, а будешь Исраилем. Да. Да? Да. А он как бы вшув и по новой, и еще раз дает ему еще одну браху. И еще раз, и он его благословил его там. Да, правильно. Окей. Выкра Яков Шема Амаком Пниэль. Да. И Раити Элоим Малах Паним Аль Паним. Эль по ним, правильно. Переведи, плиз. И назвал Яков место то Эль, поскольку правильно. Видел там Бога, ангела лицом к лицу. Ну да, тут важно сказать, что все-таки не это самое. Ну да, это не так, как было с лестницы, когда было сказано, что Элоим Муцав, да, Алав.
То есть там, видимо, речь действительно идет о Всевышнем. А здесь все-таки речь идет Там тоже. про его послание. Завис? Что, что? Кто завис? Ага. Все. Лёнь, я не понял, ты с нами? Лёнь, я что-то не понимаю, что происходит. Ты выпал. Я выпал? И да. Что, сейчас не... Сейчас есть. Сейчас да, ты да, есть. Написано, ваше интернет-соединение неустойчиво. Я неустойчивый человек. Ну, хорошо, я надеюсь, до конца занятия... Морально неустойчив. И, ну, морально слегка. Так, ну, давай дальше. Да-да-да. Понимали-пони. Ну, да. Раю мис рау малах вхашашу шеем обзим ламут. Ламут, да. Ну, да. Были те, которые видели ангела и боялись, что они умирают, умрут. Ну да, вот слово «да». Но он говорит «аю». В смысле, ну вообще в истории было, то есть в истории танахической, ну, да, уже была ситуация, когда вот люди видели этих ангелов и ужасно боялись, что как бы после этого ему вообще не выжить, правильно? Не выжить, поэтому да. Он и назвал, видимо, «пнеэль», что он видел «пнеэль» и остался в живых, но только бедро повредили. Слово «хашишу», да, это вы знаете. «Хашаш» – это тоже очень распространенное слово. «Хашаш», например, вот говорят «хашаш савир». То есть, что-то такое расследование, говорят, хашаш савир. То есть, хашаш савир, что это достаточно твердое опасение, что, а дальше продолжается логика. Да. Что это сделал там то-то, то-то и то-то. Правильно? Вот слово хашаш – это подозрение. Да, такое, оно само слово, которое говорит хашаш, что такое не очень приятно. Окей, дальше Яков. Яков ло рак ра малах. Да. Гуеда бвадаут. Да. Ки... Погаш бо по ним аль по ним, эль по ним. Эль по ним, да. В баколь зот, в тенацель навши. Да, видите, он говорит, что это, вот поэтому он и говорил, что он, были те, которые встречали и как бы боялись, что умрут. Почему? Потому что он в конце-то и говорит, что он говорит. Он знал, он не только видел ангела, он еще четко знал, да, что встретил его лицом к лицу и все равно остался в живых. Да, да, ну да. Ну вот да. Это на цель тоже важное слово, правильно? Ну, с одной стороны, то, что приходит на ум, например, ну вот людей, выживших во время катастрофы, как называется, Ницулей Шоа, правильно? Или вообще Ницулей? Ну смотри, да, если мы комментируем, то не ясно. Ведь когда он видел сон с лестницей, он же тоже видел ангелов. Ну да. Почему он там не опасался? Ну, послушай, они с ним не боролись. Он видел некоторые структуры мира. Вот они ходят туда-сюда. Может, он как кино. Может быть, ему типа как кино показывали. Ну да, ему мультик показывали, грубо говоря. А здесь реально, слушай, у него чувак налетел вообще, еще бедро ему вывихнул. И вообще еще пишет, что он ангел. Действительно, можно с ума сойти. Еще не хочет говорить, кто он. Ну хорошо, сказал, что ты Исраэль. Ну вообще непонятно, что не Сайон такой. Вообще, с чего это он вдруг свалился на него? Окей, поэтому вот он сказал, что он Пниэль. Пниэль, он выразил как бы свое такое удивление, что я вот столкнулся лицом к лицу, не то стал еще боролся со мной, и при этом как бы не цальте. Как на иврите будет извинение, кстати? Ну, это у нас было уже, не цальте. Ну, пожалуйста, как будет, да. Когда человек говорит, примите мои извинения. Например, человек кого-то там двинул локтем куда-нибудь. Он что человек говорит? Но, ребят, вы в автобусах ездите? Нет? Человек наступил кому-то на ногу. Что он говорит? Не в израильске. Анимитстайр. Ну, это правильно, так тоже можно сказать. Но можно сказать слегка. Анимитнацель. Анимитнацель, да, это вот слегка я извиняюсь. Анимитнацлут, вот это уже слово высокое. Ну, если хочешь быть культурным человеком после того, как ты наступил ему на ногу, скажи, что анимитнацель. Окей, ну хорошо, продвигаемся дальше. У нас, по-моему, Тали сейчас, да? Тали с нами, нет? Нет, ты теперь сначала нет. Я, потом сейчас мне кусочек, а потом уже и последний. А, ну хорошо, Таль куда-то, не знаю, улетела. Ну хорошо, читаем дальше. Кто следующий, Ань, ты, да? Да. Ну я давай. Так, Амалах Нефрат Мияков, да. И Малота, и Малота Шахар. Шахар. А, Шахар, Бейнатайм. Ну, так, да. Значит, ангел как бы покинул Якова с восходом. Остался, дословно расстался.
Раз, ну, расстался, неправда. Да? И байнатаем, как бы между ними, что ли, получается. Нет, тем meanwhile, тем временем. А, тем временем израхло ашемеш, Да. кашеравар это пнуэль. Ну И да. как бы взошло ему над ним солнце, когда перешел или покинул, или перешел он этот самый Да, ну вот пнуэль. интересно, что лов, это не очень понятно, значит, взошло ему Ему, солнце. для него, для Ну, него. как-то тут такой тайминг получается. Вообще у Якова, я сейчас подумал, у него все время как бы вот это вот небесные эти самые, которые смена дня, ночи и так дальше. Там с лестницей тоже было такое, да, мы же там читали, что вот он шел, вдруг бах, солнце зашло. Окей, и все, и он тут как бы вот Минха, и Минха в честь как бы Якова, правильно? А здесь тоже поборол ангела, бах, сразу солнце взошло. Поэтому это как-то вот связано, все эти самые Но там небесные говорится управления. в комментариях, что он чудесным образом сразу выздоровел. У него там перестало все болеть, и все на место встало, Ну все да, там но он суставы. все-таки хромает потом, это явно написано. А, кстати, да, хромает. Ну, Как значит, ты прав, потом все-таки после. Я думаю, как хромает там. чувак, реально, Хорошо, да, к да. ортопеду идти. Вияков, а я бывадай, нергаш, вэмезуазо. Ло, мезуаза – это великолепное слово, сто Мезуаза, процентов вен, еврей. меэцем, Абгиша бемалах. Да. Ген мефциато. Да, правильно. Веуцолеа аль ерехо. Сто процентов. Так, и, значит, расстался, значит, зашло солнце. Да. Яков реально, действительно, реально потрясен и как бы взволнован, Потрясен. потрясен самым самым Взволнован до глубины встречей. души. Вот литературный перевод. Нергаш Мезуаза. Бемала, она мезуазат потрясен, Да, получается. Ну, как потрясен, да. Вот, кстати, как на иврите, не про нас будет сказано, землетрясение. как на иврите сотрясение мозга. Не помню. Зазо мог. И вообще Зазо, зазо что? это очень, поскольку в Израиле как бы все Про очень эмоционально, землетрясение, что-то в Израиле очень помню. эмоционально, то вот этого слова зазо, она все время, когда человек выступает, кто-то, политик чаще всего, да, и он хочет сказать, что он потрясен тем, что сказал его там политический противник. Правильно? Он обычно начинает свою речь, что говорит, они мезуаза. То есть, я вообще потрясен, что он такое лепит, да? Вот это называется мезуаза. Ну, вообще это от слова, да, вот есть зазуа. Зазуа – это вот подвижки такие, правильно? Да? Или, а как, но это в различных формах есть. В активной форме, например, в форме пеля, я думаю, да? Зиазе. То есть вот он кого-то потряс, то есть он кого-то вот сделал ему зазор. То есть он там зязе, это улам, тем, что он вдруг сказал такое вообще все. Тут все просто повалились, как он мог такое сказать. Окей, вообще это сильное слово. Окей, дальше. Он был, значит, потрясен встречей с ангелом. Мефцато, и как это? Мефцато, как проникатель, что там? Проникатель. Где это? А вот так вот, Не, подожди. мефцамет. Во-первых, обратите внимание, вот здесь вот это вот первое ген, да, и второе ген, правильно? Ген-ген, это значит Вот по-русски и от его это этого. самое. Он был потрясен как этим, так и этим. Вот как, Да. так сказать, со всем встречи с ангелом, так и на сцену. Ну, вот что это тут Не, будет? мипсет от своей раны. То есть, во-первых, он был потрясен тем, что А, вообще ангела ФЦ, встретил. так. А кроме того, реально, то он еще чего потрясен. У него, вообще говоря, болит. Он ему вывихнули Болит нога. бедре. Ну да. И он хромает на свое бедро. Ну да, и поэтому он должен объяснить вот это вот. Рано Вуцулы сильно. алирихо. То есть это вообще не просто так. И Окей? хромает. Такая неприятность. Так, ну что, я дочитаю или как? Что там, кто-то хочет еще? Ну, Да, думаю. да, ну да хорошо, давай. Оставь Да, читай. последнюю фразу, вот эту оставим Тимофею, чтобы у него осталось хорошее ощущение от урока. Окей. Так, векен гра галактит, как бы, вот Илхатит, илхатит. галактит. И вот Да. и примечание, Ну, примечание, так. пояснение, да. Галахическое. Галахическое Ну, сейчас будет примечание. про жрачку речь идет, А, да? так. Алькен ло йохлу бне Исраэль аль гиданаше. Ну да. Всего. И поэтому, значит, не кушают сыны Ну, Израиля вот евреи, это сыны Израиля, да. Гида наша известная это вот вещь, да. жилу, какую-то нерв или Ну, вот вот это сухая эта жира, она называется гипноше. Я сухожилие, вот это посмотрел. вот Сухожилие бедренное какое-то. У штензальца я вам это сухожилие. не отсканировал. У него есть картинка.
которой показана как бы человеческая нога, и вот этот Гита Наше, он идет с самого верха, потому что он, помните? Ну вот он пишет, Аэцев, о, Гит. А, о, да, Аэцев, правильно, да. Анамших, Анамших, Анимшах, слегка, Анимшах. Мехалака, Ильон, Михилка, Шель. Михилка. Михилка, Ильон, Шель, Ерех, Ерех, да. То есть, а вот этот нерв. Там было, кстати, латинское написано слово, по-моему, это вот что-то, поправьте меня, ишияс, говорят, вот что-то, ишияс, есть какая-то болезнь, ишияс, это когда, пардон, у тебя пониже спины начинает воспаление, нервы. Во-во-во, вот это оно и есть. Это я знаю, что это такое. Вот его и не едят. Вот это хорошо. Значит, эцеф, нерв, или вот эта гид, это жила большая, да, которая простирается, продолжается, да, до холка, от верхней части верх бедра, да, до пят, до ашпят. Правильно, она то есть идет через всю ногу. Она идет через всю ногу. То есть он его вообще не в хорошее место стукнул. Окей. Ашер аль-каф. Да. Шека. А ярех, и вот тут вот, поскольку... Вот этот, а, каф, я правильно сказал каф. Вот каф, именно шека. Каф, вот это вот, потрогайте у себя на бедре. Вот есть некоторая каф, или вот пуклость. Это вот эта пуклость, это и есть эта шека, да. Шека вмятина, да, бедра, от гаю мазе, до сегодня. Вот это вот не то, что... Ну да, ну то есть только все-таки не вмятина до сегодняшнего дня, а в смысле не едят. Да, вот то, что ее не едят, эту хрень до сегодняшнего дня. Ну да, потому что ну, вмятина как бы пшита, что она у всех... Нога, кинога, быков, ерых, яков, ибо, ну как бы, как это, дотронулся, да. Вот но нога вот... все-таки здесь вот дотронулся от слова, он же там объяснял, что это пега. Общем, то есть не натрогался, а в смысле, что он задел. Ударил, задел. То есть не дотронулся, в смысле погладил. Якова был поврежден этот бессустав бедра, да, Якова. Да, да. Бегица на шее, вот это жилое бедра. Да. Так, веозер пги, бегуф. Да. И который, как это, опоясывает пги. Не-не-не-не-не, это место повреждения в теле. Место повреждения тела. Хорошо. То есть объяснять, почему это не едят. Мы как это связано с этим? Потому что это то, куда он ему вдарил. Хорошо, мы передаем Тимофею. Пожалуйста. Да, давай, Тимофей, последняя фраза. Спасибо. Нет проблем. Ура. Бекевут нако, 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 шельяков, несра, ахилат, гид, зе, бебалея хаим, альзаро, ле, дорутав. Замечательно. В связи с вот этим вот вывихом. Да. В связи с вывихом яко. Тимофей. Несра. Да, меня слышно? Да, Нейсра. Ну что такое Нейсра? Нейсра, ну как это? Удаляют, вырезают. Не-не-не-не-не. Почему? Что такое осу? Ну, запрещено. Ну, стало запрещено. Запрещают. Вот, на осу. Нет, даже дословно, это же женский род. Откуда Нейсра? Нейсра Ахила. Был введен запрет на по-русски. Или была запрещена поедание, еда. Да, вот это вот гида. Ну да, вот это вот сухожилие. Бебалея хаим. Да. Ну, у животных. У животных, да. Ну, в смысле, что это не только не какое-то одно. Я не знаю, у коровы тоже, наверное, есть от бита на шее. Да. У всех, наверное, значит, на есть. Все не, потомство не, его, не. Имеется в виду Якова. Ну, а здорово у его потомства. На все поколения. Да. На все поколения. Окей? Классная фраза. Да. Да. Mm-hmm. Ну хорошо, вот у нас тут еще подключается Елена, но она как бы совсем просто в последний момент, поэтому, ну не знаю, на этом закончим. Ну хорошо, замечательно почитали. Мы приветствуем тех, кто присоединился в качестве непостоянных слушателей. Пожалуйста, мы очень рады всем присутствующим. Чем больше людей будет читать, тем будет более интересно. Если люди пока не могут читать, но мы стараемся не просто сухо читать, а еще как бы развернуто разговаривать. Окей? Читать со вкусом. Да, правильно. Окей, ну хорошо, всем шавоту, псуроту, вот, всему миру, Израилю в частности, чтобы больше, не дай бог, не погибали солдаты, победу Израиля, ну и чтобы они сдохли, как обычно, то, что мы повторяем. То... Окей, хорошо, все, шавоту, всем счастливо. Пока-пока.
Пока, 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 пока. Будьте с нами всегда. Мы обычно собираемся в Муцаш на это занятие. Пока.